Погоди, я зажгу на минуточку в комнате свет. Погляжу на глаза твои, полные слез и обмана. Я устал от бессонных ночей и хочу слышать «нет». Как ни странно, наверное, это покажется странным. Ах, как ярко вдруг вспыхнула лампочка под потолком. Но не нитки вольфрамовой пламя в глаза мои режет. Расскажи, наконец, поскорей расскажи мне о том, как без веры живешь ты и как мне прожить без надежды. А в окно на огонь все летят и летят мотыльки, разбиваясь о стекла, но веры своей не теряя. Пусть мне кто-нибудь скажет: нет веры, умру от тоски, но с надеждой вместе, а это все в корне меняет. А коль так, то прости, извини, я, пожалуй, пойду к мотылям, что живут днем одним, как и я под луною. Раскидай свои карты по простыни, карты не врут. Но свет погаси, когда дверь за собой закрою. Раскидай свои карты по простыни, карты не врут. Ну а свет погаси, когда дверь за собою закрою. Спасибо. Господа, мистер Саша Фельдман. Золотая скрипка.